Всем привет, с вами Калмакси Мобайл. В этом видео посмотрим, как идут тяжелые игры на смартфоне Prestigio Mute C3. Первая игра Asphalt 8. Запустим ее. Подождем, пока загрузится, заодно оценим скорость загрузки. Первая этой игры. Берем звук, возраст там какой-то напишем. Так. Сразу поставим настройки графики на максимально. Высокое качество изображения. Тут эффекты. Похоже, это тоже выставлено максимально. А это звуковые, наверное, эффекты. Их можем не трогать. Пускай будет примерно так, как было. Придется игру перезапустить заново, потому что была настроена новая графика. Ну, быстренько подождем. Вот запустилась игра, теперь можем... Нет, обучением проходить не будем, и сразу на гоночки. Начинаем гонку. Ждем, пока подгрузится. И будем смотреть, как идет на максималках Asphalt 8 на Prestigio Mute C4. Вот, запустилась игрушка. Ну, вроде неплохо, более-менее. Немножко есть лаги, подлагивает. Максимальные настройки. Все-таки чуть-чуть проседает FPS, и такая неплавность присутствует, но играть в принципе можно. Но, конечно, лучше все-таки настраивать меньший уровень графики, потому что на максимальном немного подлагивает, есть небольшие глюки. Вот так, ладно. В принципе, с этим разобрались. Переходим к следующей игре. Это Dungeon Hunter 5. Также запустим его. Мы ждем, пока подгрузит игру. Что-то пока. Вот вылетела игра. Это было первое включение. Сейчас мы попробуем еще раз запустить. Если будет вылетать, то уже так и будет. Вот похоже, что не работает. Ну ладно, сейчас мы быстренько перезапустим устройство и попробуем еще раз. Перезапустилось устройство. Сейчас проверим, чтобы все было закрыто. Вот, и еще раз запускаем Dungeon Hunter 5. Смотрим, запустится ли после перезагрузки. Похоже, что нет. К сожалению, не идет. Вот в таких
при таких условиях Dungeon Hunter. 5. Да, вылетает. Ну что ж, ладно, тогда переходим к следующей игре. Clash of Clans. Легкая игра, достаточно. И смотрим на то, как идет она. Ну вот, загрузилась. Вот, все работает отлично. Теперь вот сходим в атаку. Немножко только что небольшой глюк был, но вроде уже все неплохо. Видим, что такие вот легкие игры идут нормально. Вот. Так что с этим все. К сожалению, этот Dungeon Hunter 5 не пошел. Ну, ладно. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!